Офигеть. Это было мое любимое колечко с висулькой, тут мотылялось. Сломался, кольцо поломалось, золотое потерялся, кусок. Точно надо, чтобы кто-то что-то уже продавал. Никто не хочет ничего продавать, а у меня одни затраты, растраты и потери, блин. Что ж мне вот это выбрать? Надо, короче, сегодня дома разберемся с продажей. Пошились. Телеграм есть у меня. Блин, представляешь, ну капец. У меня, короче, вот это колечко, видите, здесь вот такое вот шарик. На этом шарике висел значок этого. Что это за значок? Не Шанель, а Луи Виттончик, вот такой значок. И он, видать, отломался, что-то потерялся, блин, вот этот значок золотой. Да. Ну, колечки, блин, я только что это заметила, я такая расстроилась. Блин, ну что, сейчас, подожди, посмотрю по магазину. Буду спарить себе желание, чтобы спать спокойно. Все, короче, нет его в магазине. Я надеялась, может, где-то в магазине я его уронила. Чувахер просто. Что такое не везет и как с ним бороться. Вова, я тоже. Что я тоже? Если в магазине будешь убирать, найдешь. Мне кажется, это даже не сегодня. Знаешь, почему? Я обычно слышу его звон. Он всегда звенит. Что бы я ни делала, он звенит. Но я уже давненько, ну, в смысле... Я знаю, как проверить. Надо повтор вчерашнего видео посмотреть, эфира. И посмотреть, в эфире у меня была эта висюлька или нет. Поискать еще в машине. Дома. Блин, ну я думаю, не найду, он уж маленький, цветочек такой, без камушка. Такое классное было кольцо с висюлькой, блин. Надеюсь, не плакать не будем. Сейчас тоже мне надоело это все, что происходит. Мне, чтобы что-то найти классное, блин, только теряю, ломаю, блин, разбиваю. Смотрю, конечно.
конечно, везде дом. Но в магазине только что пострела нету, там, где я ходила. Посмотрю дома и в машине, ну что я не знаю. Почему ты такая красивая? Спасибо, Степ. Сегодня какой-то у меня неудачный день. Вспоминаю, где цеплялась. Вообще не помню. Не знаю, я, конечно, приеду домой, я посмотрю и в кровать, ну, в постели, может, я когда спала там, и в комнате там, где переодевалась, ну, вообще не помню. А интересно, первая половина... Сегодня, когда я утром вела эфир, интересно, оно было или нет? Как бы повтор посмотреть. Центр активности. Вот это, наверное. О, все, утром я уже без него. Вот, я повтор смотрю своего эфира. Я уже без колечка. Ой, без этой фигнюшки на кольце. Сейчас вчерашний посмотрю эфир. Вчера с этой фигней. Вчера с этой фигней. В начале эфира, сейчас посмотрю в конце. Прикиньте. Сегодня уже без нее вышла в первый раз в эфир в 12 дня. Значит, дома или в машине. Или в машине, или дома. Надеюсь. Или в магазине. Попробуй найди, она ж маленькая, блин. Буду искать.